Вот, Ладно. я доставляю смех и радость. Смех и гадость. Да, смех и гадость. Ну что ж, Арфарий против Evil Voodoo Doll. Посмотрим. Да, мерзкая арена, я ненавижу. Да, я тоже ненавижу эту арену. Крайне ненавижу. Так, пока что Арфарий очень агрессивно начинает. И у него очень хорошо это выходит. Черт. И ВСБ. И ВСБ. Это просто signature move. Да. Бафы Акубы позволили память все налагать, все, что только можно за этого персонажа. Не, ну, очень сложно на самом деле влезть в ВСБ. Там плюс. Там плюс на блоке. Да. На ВСБ. 15-фреймовый мид. Вот. Ну, Арфарий его постоит повсюду, вот поэтому. И правильно делает, хороший удар, черт возьми. Если бы я играл за Зигфрида, я бы тоже спамил его постоянно. Ну, понятно, дело. Но тут-то дело не в том, что он это плохой удар, а в том, что он бы делал бы что-нибудь еще Арфарий, кроме этого. А зачем, когда это работает? Хорош, понишь? Ага, отлично! Зажимает у стены Арфарий, сейчас будет показывать скилл. Черт. Нет, он показал ВСБ. Это и есть скилл, сейчас будет взрыв. Нет, он не камбит. Рандом ЦЕ! Рандом ЦЕ в гигантский плюс. Это то, что нужно в этой игре. Без рандом ЦЕ. Это то, что нужно, чтобы победить Арфария. Да. Just kidding. Just feeding, она нафидела Арфария, накормила его. Так, Арфарий включает Soul Charge, сейчас будет провозить. Нет! Да, отличный степ от Ксюхи, но нет, нет хит-конферма стены. И запарывается комба. Не могу, это очень смешные игры, часто говоря, я извиняюсь. О! Вот сейчас будет дымачок, не запарывает... Эту комбу у нас Evil Voodoo Doll. Да, она сказала, будет, да, правильно, это Идес Арфарий, он... Буквально в одном миксапе оба игрока находятся, и 2К. 2К добивает. Отшлепала себя Ксюша, видимо, придала себе энергию. Господи, это не комба. Это не комба. А, ну вот это все комба, и у Арфария гигантский лид по хп и еще 2 бара. Рандом ЦЕ. Нет, рандом ЦЕ. Блок. Soul Charge. Да. Можно было второе делать. Паровоз. Да, паровоз. Да, да. Остается совсем мало хп у Voodoo Doll, у него есть Soul Charge, ему нужно его использовать. Нет, ВСК. Да, да. Арфарий все-таки надежен. Увидит, что что-то промахнется и встанет с ударом. Правильно делает. Ну, конечно, Ксюше надо больше 3B спамить, или FC 3B, вот, потому что Зигфрид ее там не накажет, по крайней мере, за это, ну, по крайней мере, Арфарий, может быть. Так, вот, а FC 3B так еще и сейф. Вот, не знаю, как у них там коннект, но вроде бы было без фризов, по крайней мере. Пока визуально. По крайней мере, визуально. Ну, честно говоря, если Evil Voodoo Doll перестанет випить на другом конце карт своим приемом, то будет лучше. Ну, скорее всего, да. И Evil Dudo, да? Evil Dudo. Ох, я слишком коварен, я извиняюсь. Так, ну что ж. Гигантская арена, пустыня. Эту арену Эш тоже не любит. Да, это тоже одна из моих нелюбимых арен. Господи. Как все тречит, как все попадает, если это жрать. Но... Так, флэпджек. И неужели перфект? Заберет ли Арфарий этот раунд в перфект? Нет, нет, перфекта не будет. Господи, Арфарий как всегда на вейкапе полез, отожрал наполовину хп. И еще раз полез. Арфарий, но Evil Voodoo полез в плюс и отождрал ногу в душу. Там не слишком большой плюс на самом-то деле.
Ну, все равно полез он не тем. Да. Так, хорошее 2B, B2, не помню, как делается этот удар. Черт, это не комба. Пожалуйста. О, хороший джагл. О, как это тречит, господи. Акуба. Остановись. Не рвет бросок Афари и забирает этот раунд Evil Voodoo Doll. Шлепает тебя по жопе. Дает ему силы. Да, заряжается для следующего раунда. В СК-4 так, кстати, Ксюша и делали. Так, Федя, кто, может быть, Legacy Move. А если не ошибаюсь, там еще автоги было в четверке, нет? Там она заряжала себя этими, то есть там надо было 4 раза зарядиться, и тогда был аксесс каким-то приемом. Точно, точно, точно. Ох, как да, неудачно вифует. О, зря он делал автоги. Но это рингаут? Нет. Почти. Чуть-чуть не хватило до рингаута. Но бросок попадает и... Арфари не сделал свою Dark Legacy, пожалел. Решил оставить на следующий раунд. О, какой хороший был паниш этого удара. Продолжил комбо, к сожалению. Да. Так, у Арфари 2 бара. Это может быть очень опасно для Ксюхи. И в очередной раз порется комбо. Видимо, проблемы с коннектом все-таки есть. Ну, вот... Это очень неприятные вещи, потому что... И не садиться под лоу-ударами. Да. Дебаггер и плохой коннект. Это не комбо. Опять я еще раз скажу. Ох, если перестал бы Evil Voodoo вифить на пол карт своими ударами, было бы... Как было бы хорошо. Но... Так, Soul Charge. Может еще отыграться Evil Voodoo. Не ломается броня от этого. Но сейчас ломается, да. И это конец. Нет, это не рингаут, но это перфект.